Обращение к будущим сотрудникам пиар-агентства «Простор». Кто мне нравится? Мне нравятся исполнительные, точные и целеустремленные личности. Я больше люблю тех, кто не просто делает, а кто умеет доделывать, то есть решать вопрос до конца, дожимать, допрессовывать, добиваться поставленной цели. Например, есть такой момент, что вот публикация должна была выйти, но что-то она не вышла. И мы ее можем списать, можем ее забыть, а можем вернуться к ней через месяц и все-таки ее дожать. И она выходит, например, числом 28 января от 10 января. Публикация вышла, вопрос дожат, очень хорошо. Вот это я люблю. Ну, естественно, к сотрудникам относятся все присущие им качества. Вы можете это посмотреть на нашем сайте. Но я бы хотел еще процитировать перечень запрещенных выражений в издательском доме «Коммерсант», под которым я подписываюсь под каждым словом. О, я вспомнил эту рекламу. Ну, все, что написано в этой книжечке, могут прочитать только сотрудники пиар-агентства, что у нас принято, что мы любим и так далее. Ну, так, перечень запрещенных выражений издательства «Дом коммерсант». Вот что я уважаю. Первый раз слышу. Звонил, но не дозвонился. Заходил, вас не было. Искал, но не нашел. А я думал. Это было еще до меня. А я докладывал. Наверное, команда не прошла. А мне никто не говорил. А почему я? Не слышал, не знаю, не передавали. Хотел как лучше. Я хотел, но не получилось. Я хотел должно, да хотел доложить, но вас не было. Я ему сказал, а он не сделал. Меня в это время не было. Кажется, я болел, был в отпуске. А я забыл. Вот кто считает для себя также эти выражения запрещенными, тот мой будущий коллега по простору.